Прежде всего, мы хотели бы привести тексты Писания, которые показывают, что Бог Отец, Бог во всей полноте. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 25 по 34. Это текст из Нагорной проповеди, в которой Иисус призывает своих последователей не беспокоиться о том, что им поесть или во что одеться. И так далее и далее. Потому что, как он говорит, Отец Небесный заботится о птицах небесных и о зверях полевых. И уж, конечно, он знает наши нужды и позаботится о них. Затем в Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 46 стихе, Иисус с креста обращается напрямую к Отцу Небесному, и Он называет Его Богом. Он говорит, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Затем, в другом случае, описанном в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 27 стихе, Иисус призывает Своих слушателей думать не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И это та пища, которую Иисус обещает дать Своим слушателям. И затем Он добавляет, что Он тот, на ком положил печать Отец, Бог. Также в посланиях мы читаем о том, что Отец Небесный — это Бог во всей полноте. Послание к Римлянам 1:7. Павел призывает благодать и мир от Бога Отца на своих читателей. В послании к Галатам 1:1 Павел говорит о себе как об апостоле, избранном Богом Отцом. И затем в 3 стихе он пишет о том, что желает, чтобы снизошла благодать и мир от Господа Иисуса Христа и Бога Отца. И далее в 1 послании к Коринфянам, 8 главе, в стихах с 4 по 6 Павел пишет о жертвоприношениях идолам. И он пишет о том, что идолы на самом деле ничто, так как существует единственный Бог. И в 6 стихе 1 послания к Коринфянам 8 главы он повторяет эту мысль, называя Отца Богом. Он пишет, «Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него». Первое послание к Тимофею, 2 глава, стихи с 5 по 6. Мы читаем, что един Бог и единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Это тот стих, который позволяет нам увидеть, что на самом деле есть отличие между посредником, с одной стороны, посредником между Богом и человеком, и человеком. И кто им может быть, если не сам Бог? И естественно предположить, что апостол Павел подразумевает, что посредник между Богом Отцом с одной стороны и человечеством с другой. Что ж, еще один текст, который говорит нам о Боге Отце, это первое послание Петра, 1 глава, 2 стих. И в этом тексте упомянуты все три личности Троицы и их отношение к процессу спасения. И каждой личности приписывается божественность. Итак, Бог Отец — это Бог во всей полноте, и также и Иисус Христос. И тому мы находим множество свидетельств. Позвольте лишь кратко о них упомянуть. Я выскажу лишь основные моменты и тексты Писания, которые их подтверждают. Более подробно вы можете прочитать в книге «Нет подобного Ему». Есть тексты, которые говорят о божественности Иисуса Христа. Вот, к примеру, Евангелие от Иоанна, 5 глава, Иисус исцеляет человека в субботу. И, конечно, это сильно разгневало
иудеев. И когда они возмущаются его поступком, мы читаем об этом в 17 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна. Иисус отвечает им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Что ж, эти слова Христа лишь усугубили ситуацию, потому что обвинители Христа поняли его слова таким образом, что он назвал себя Богом. Он назвал себя Сыном Отца, приравняв себя к Богу. Именно об этом мы читаем в 18 стихе. Иисус не оспаривает эту мысль, мол, «Я не равен Отцу, вы неправильно поняли». Он дает понять, что они все правильно поняли. Затем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29-30 стихи. «Я и Отец одно». И речь не просто о том, что он разделяет то же мнение, что и Отец. Иудеи прекрасно поняли, что он имел в виду, об этом мы читаем несколько стихов ниже. Он заявлял о том, что он Бог. И Иисус не говорит слушателям о том, что они его неправильно поняли. Они его правильно поняли. Также указание на божественность Христа мы находим в посланиях апостола Павла. Есть тексты, которые очень конкретно говорят о том, что Иисус Христос — Бог. В частности, это Филиппийцам 2:6. Это так называемый кеносис текст. Павел пишет: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». И, как я уже говорил вчера, эта фраза подразумевает наличие божественных атрибутов, божественной сущности. Это то же самое, что назвать его Богом. Затем послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Павел называет Иисуса образом Бога невидимого. И греческое слово, которое переведено как «образ», это слово «icon». Позвольте мне написать это слово на доске. Греческое слово «icon». И вот это слово на греческом означает подобие, репрезентацию, схожесть. Как если бы апостол Павел говорил, что Иисус Христос есть точная копия, если можно так сказать, копия Отца. Что ж далее? Колоссянам 2:9. Павел пишет: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Я просто не представляю, как вы можете истолковать этот текст, не признав при этом божественности Иисуса Христа. И последний текст, послание к Евреям, 1 глава, 3 стих. Здесь о Христе говорится как о сиянии славы и образе ипостаси Его. То есть Он в точности передает природу Бога. А если так, то очень трудно представить, как все это может быть, если Иисус не Бог. Что ж, есть еще вторая линия аргументации в поддержку того, что Иисус Христос — это Бог. И речь идет об использовании божественных имен и титулов применительно к Иисусу Христу. Во-первых, Иисус Христос назван Богом, греческое слово «теос», Иоанна 1:1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И далее в 14 стихе вы читаете о том, что Слово стало плотью. И вы понимаете, что то Слово, о котором идет речь, это никто иной, как Иисус Христос. А в первом стихе мы читаем о том, что это Слово было Богом. Что ж, мы знаем о том, что свидетели Иеговы пытаются иначе истолковать этот текст, Иоанна 1:1. «Ага», они говорят, посмотрите, в этом тексте нет определенного артикля перед словом «Бог». То есть нет указания, что это именно единственный Бог. Слово могло быть каким-то богом, меньшим по статусу, а не единым истинным богом. Но проблема с таким толкованием в том, что ученые, проанализировав грамматику этого текста, показали, существительное «Бог» без определенного артикля, как мы видим в этом тексте,
стоящая перед глаголом, фокусируется на качестве того, что оно обозначает. И что же все это означает? Означает это следующее. Иоанн говорит, что это слово было по качеству Богом, имело все качества Бога. То есть, по сути, Иоанн говорит, слово есть Бог. Иисус божественен. И альтернативное толкование, предложенное свидетелями Иеговы, как мы видим, неверное. Иоанна 1:18. Иисус назван единородным Сыном. А в первом послании Иоанна 5:20 Иисус назван Богом истинным. И греческое слово, которое переведено у нас как «истинный», означает «подлинный», «настоящий». Это как если бы Иоанн говорил, что Иисус поистине есть подлинный Бог. Другими словами, что бы вы ни включали в понятие истинного Бога, все это относится к Иисусу. Иисус есть истинный Бог. Что ж, далее, Титу 2:13. Павел пишет о Христе как о великом Боге и Спасителе нашем. Что ж, Иисус в Писании называется не только Богом, но также в Писании есть тексты, в которых Он называется Сыном Божьим. И мы уже упоминали Иоанна 5:18. Также мы с вами уже обсуждали текст Иоанна 10:30 и далее, где Иисус сам называет Себя Сыном Божьим. В Евангелии от Матфея 26 главе, 63 стих, мы читаем о том, что первосвященник спрашивает Иисуса, «Скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» И в 64 стихе Иисус отвечает ему, «Ты сказал». И первосвященник прекрасно понял, что Иисус имел в виду. И как следствие Иисуса Христа обвинили в богохульстве, а согласно закону Моисея, богохульника следовало предать смертной казни. Что ж, в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 7 стихе, мы читаем о том, что иудеи вновь ропщут. И ропщут они на то, что Иисус называет Себя Сыном Божьим. Что ж, кроме этого, есть немало текстов в Новом Завете, где Иисус Христос называется Господом. И речь идет о греческом слове «кюриос». И это слово относится к Иисусу Христу, причем в нескольких случаях. Я сейчас напишу это слово на доске. И приведу вам несколько примеров. И в действительности именно это слово в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, именно это слово используется для перевода еврейского слова «Яхве», то слово, которое в еврейском обозначает «Бога». И вот теперь давайте рассмотрим те тексты, в которых Иисус называется Господом. Одно такое место мы с вами прекрасно знаем, Луки 2:11, когда ангел объявляет о рождении Иисуса, который есть Христос, Господь. И послание к Филиппийцам, 2 глава, 10-11 стихи, где речь идет о том, что Бог превознес Иисуса Христа и дал Ему имя, которое выше всех других имен, и это имя Иисус. И каждое колено преклонится и исповедует, что Иисус Христос – Господь. Вы также можете прочитать текст, записанный в послании к Римлянам 10:9, Ефесянам 1:2,
Послание Галатам 1:3 и первое послание Коринфянам, 1 глава, стихи 3 и 4. Есть еще один титул, который применяется к Иисусу Христу, особенно в 1 Коринфянам 2:8. Это титул «Господь славы». Это то место, в котором, как вы помните, апостол Павел пишет о том, что мир не имеет истинной мудрости, ибо если он имел, то не распял бы Господа славы. И этот титул Христа особенно примечателен, если вы сравните с тем, что записано в 23-м псалме, в стихах с 8 по 10. Это псалом, в котором говорится о царе славы. И задается вопрос, кто сей царь славы? И дается ответ, что царь славы — это Господь. Итак, в Ветхом Завете мы имеем упоминание о царе славы, и есть связь с Яхве. И теперь, в 1 Коринфянам 2 главе, Павел применяет эту идею о Господе славы к Иисусу Христу. И кроме этого, есть еще один титул — «Святой и праведный». Петр называет так Иисуса в книге Деяний 3:14. Но особенно часто так обращается к Богу Исаия в своей книге. И когда так называется Иисус, то на основании всего того, что мы читаем в Ветхом Завете, мы ясно сознаем, что Петр, обращаясь к слушателям из иудеев, прекрасно дает понять, что он имеет в виду, называя Иисуса таким образом. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, еще один титул. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17 по 18, мы читаем о том, что Иисус зовется первым и последним. Если вы скажете, что тут не совсем понятно, идет ли речь об Иисусе или о другой личности Троицы, то 13 стих очень конкретно об этом говорит, что речь идет об Иисусе. И этот титул Иисуса, который мы читаем здесь, особенно примечателен в свете того, что мы видим в Ветхом Завете, применительно к Яхве. Книга пророка Исаии, 44 глава, стих 6. Здесь уже говорит Яхве, который назван здесь царем Израилевым, и он говорит следующее. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». И поэтому, когда в первой главе книги Откровения Иоанн применяет этот титул к Иисусу Христу, то очевидно, что он приравнивает Иисуса к Яхве, к Богу. Именно это он делает. Итак, есть имена Бога и титулы, которые применяются к Иисусу Христу. Кроме того, в нескольких случаях авторы Нового Завета приписывают Христу атрибуты, которые принадлежат только Богу. Только Бог обладает этими атрибутами. И тому есть множество примеров. Позвольте мне привести вам лишь несколько. Об Иисусе говорится, что Он вечный, и Он воистину живой, Иоанн 1:4. И первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 11-12, также об этом говорят. Послание к евреям, мы читаем о том, что Иисус неизменен. Евреям 1 глава, стихи с 10 по 12. И 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
Он в Писании называется Всемогущим, Филиппийцам 3 глава, стихи с 20 по 21. Также Иоанна 5, 19. Здесь мы читаем о всевидении Христа. Иоанна 2, стихи с 24 по 25. И несмотря на тот факт, что во время земной жизни Иисус был ограничен во времени и пространстве, Он все еще называется вездесущим. В таких текстах, как, скажем, Матфея 18, 20, Матфея 28, стих 20, Иоанна 14, глава, стих 23. Что ж, еще пара моментов. Иисус также называется любящим, Иоанна 13, 1, а также 34 стих этой главы. И 1 Иоанна 3, 16. Об Иисусе говорится, что Он свят, Луки 1, 35. О Нем говорится, что Он есть истина, Иоанна 14, 6. И еще один, последний текст Писания. Евангелие это Иоанна, 5 глава, 26 стих. Здесь говорится о том, что Иисус имеет жизнь в самом себе. И мы уже говорили об этом, когда обсуждали атрибуты Бога, в частности, атрибут вечного и независимого существования. И здесь подразумевается, что Иисус обладает этим атрибутом. Есть и другие атрибуты, но я позволю вам самим прочитать более подробно об этом в книге «Нет подобного Ему». Вдобавок к этому, Иисус делает дела, которые может делать только Бог. Хочу вам привести такой пример. Мы находим, что только Бог может творить и давать начало физической жизни. И, конечно, только Бог может давать вечную жизнь. Но Иисус, говоря о Своих взаимоотношениях с Его паствой, с Его овцами, говорит о том, что дает им вечную жизнь, чтобы они не погибли, и никто не похитит их из Его руки. Это Иоанна 10, 28. В некоторых случаях мы читаем о том, что Иисус прощает грех. Марка 2 глава с 5 стиха по 12. Колоссянам 3, 13. Мы можем сказать, что и мы прощаем других людей, когда с нами поступают несправедливо. Но что касается прощения с точки зрения Бога, когда человек перестает быть виновен перед Богом, получает оправдание на его суде, скажем так, то мы понимаем, что так прощать мы не можем. И, конечно, также Писание учит о том, что благодаря Христу все было сотворено. Иоанна 1, глава стихи 3 и 10, а также Колоссянам 1, 16. И также у Него есть сила поддерживать жизнь Вселенной, и Он это делает. Колоссянам 1, 17. Мы читаем там об этом, и также в послании к Евреям, 1 глава, стих 3. Поэтому есть многое, что может делать только Бог, и Иисус это делает, и мы об этом читаем. Что ж, еще есть примеры, в которых авторы Нового Завета связывали тексты Ветхого Завета, говорящие о Боге и Божьем Сыне, с Иисусом. И об одном таком тексте мы с вами говорили какое-то время тому назад. Это событие, описанное в книге пророка Исаии, в 6 главе, когда Исаия оказывается в присутствии Божьем и видит Бога, сидящего на престоле, и в Иоанна 12 главе
В стихе 41 мы читаем о том, что на самом деле это был Иисус, кого видел Исаия. Во втором псалме, в 7 стихе, Бог говорит: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Второй псалом считается мессианским псалмом. И далее, когда апостол Павел проповедует в городе Антиохии, об этом записано в книге Деяний, 13 главе, в 33 стихе, он ссылается на этот стих, Псалом 2:7, и применяет его ко Христу, утверждая, что Иисус — это Божий Сын. Евреям 1 глава, автор говорит об Иисусе как о самом полном откровении от Бога и пишет о том, что Иисус превыше ангелов, потому что нет такого ангела, которому Бог когда-либо сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это 5 стих 1 главы послания к евреям. И автор послания к евреям тем самым хочет сказать следующее. Тот ветхозаветный текст, который мы читаем во втором псалме, в 7 стихе, на самом деле говорит об Иисусе Христе. И также, конечно, Псалом 109:1. В нескольких случаях этот текст цитируется применительно к Иисусу Христу. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Деяние 2 глава, день Пятидесятницы. Петр заявляет, что Бог воскресил Христа из мертвых, возвысил его и посадил по правую руку свою. И вот заметьте, что он говорит далее, в стихах с 34 по 35. Петр цитирует именно этот псалом, 109:1. И при этом Петр дает понять, что речь идет не о Давиде, который написал этот псалом, не о нем, что он вознесся на небеса и сел одесную Бога. Петр говорит о том, что 109-й псалом, первый стих, говорит о Христе. И также можно отметить то, что в послании к евреям, 1 глава, 13 стих, и 10 глава евреям, стихи с 12 по 13, автор послания к евреям также применяет 109-й псалом, первый стих, к Иисусу Христу. Что ж, это были примеры текстов Ветхого Завета, которые применяются в отношении к Иисусу Христу. Что ж, еще один последний момент. В Новом Завете очень ясно дается понять, что Христос удостаивался поклонения, которого может быть достоин только Бог. И в некоторых случаях мы читаем даже о том, что люди пытались поклоняться некоторым апостолам после того, как они совершали чудеса или делали что-то еще удивительное. Но апостолы отказывались от этого поклонения. Деяния апостолов, 10 глава, стихи 25-26. А также 14 глава Деяний, стихи с 11 по 15. Также есть тексты, в которых мы читаем о том, что кто-то готов поклоняться ангелам, но ангелы отвергают поклонение. Вот мы читаем в книге Откровения, когда Иоанн получил все это откровение, которое он затем записал, и беседуя с ангелом, Иоанн уже готов склониться и поклониться ему. Но в 22 главе книги Откровения, в стихах с 8 по 9, мы читаем о том, что ангел отказался принимать это поклонение. Но, с другой стороны, Иисус Христос ясно учил о том, что только Бог заслуживает поклонения.
Если все это сопоставить вместе, люди недостойны этого поклонения, ангелы недостойны, только Бог достоин, и добавить к этому то, что Христос принимал подобное поклонение по отношению к себе и даже призывал к этому, то представляется, что тем самым он делал не что иное, как заявлял о своей божественности. И тексты, в которых Иисус принимал поклонение и призывал поклоняться тебе, это Матфея 15 глава, стихи с 25 по 28, и Матфея 28 глава, стихи с 9 по 10. 9 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 35 по 39. Более того, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 23 стихе, Иисус даже говорит следующее: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Поэтому нам должно быть совершенно ясно, если вы не хотите поклоняться Иисусу, то вы отказываете в поклонении не только Ему, но и Отцу, Богу. Но ведь задумайтесь, такое поклонение было бы богохульством, если бы Иисус не был в действительности Богом, а был бы всего лишь человеком. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.